What the fuck? Я не понимать! Не понимать! Ах, ладно, всем привет! А, с вами Аркс Плюй. Бедрона Плюй. И у нас будет Лес Плюй. Время скороговорок и смешных историй. Кстати, у меня новый аккаунт, да, я решил сделать калибровку и посмотреть, сколько мне дадут соло ММР. Ну там сейчас все очень сложно стало с этим делом. И что вы думаете? Я понятия не имею, какой баланс в этой игре, какой подбор. Так, ладно, сначала давайте посмотрим, кого мы пикнем, потом я расскажу вам про подбор. На кого мы сделаем летсплей? Само собой, я буду стараться брать тех, на кого мы еще не делали летсплей. Например, я бы взял СФшку, но здесь ему будет очень сложно. Очень сложно. Это и снайпер, и это фантомка. Очень сложно. Если на мид идти, то будешь стоять против снайпера, да? Да. Еще только проснулся, поэтому не могу немножко тормозить. Фантомка еще и Омни, который будет ее сейвить, это, конечно, жопа. А мы на конку делали? Я не понял, по-моему, не делали. Не, мы не делали летсплей на конку. Давайте, наверное, сделаем на конку, а че бы нет. Хороший герой. Так вот, сейчас у меня, по-моему, там третий левел, да, и там, сука, наверное, игр 10. И че вы думаете? Я вообще понятия не имею, какой подбор в этой игре мне дает врагов абсолютно разных. Вчера, например, играл, мы сейчас с вами посмотрим, чтобы я не это, чтобы вы мне поверили. Вчера я играл, как вы думаете, кто против меня играл? Пацан, 189 левела, 1900 побед. Я не знаю, что за бред. У меня третий левел 11 побед. Сколько у меня? 14. Четвертый левел, это сейчас только стал недавно. Четвертый левел, 14 побед, смотрите. Четвертый левел, 4-14. Смотрим, что у этих бомжей. Так, например, вот это вот, давайте. Кое. 41-й. А, 9-й левел, 41 победа, ладно. Более-менее. Но все равно не как у меня, уже. Мы сейчас найдем еще больше. 4-й левел. О, вот это как у меня практически. Многие сейчас скрывают свой профиль. Сейчас посмотрим дальше, давайте. Ну, у него однозначно больше побед, 100%. Смотрите, тем более у него эти две фигни. То есть аккаунт, ну точно, наверное, год уже есть, я думаю. Смотрим дальше. Ну давайте, тем более, видите, сколько лайков. По-любому у него дофига тоже побед. Если бы они ничего не закрывали, свои обоссаны. Вот смотрите. Ну вы смотрите опять. 245 левел, 1400 побед. Я не знаю, в чем баланс, просто не понимаю. Я не понимаю, в чем баланс дотки. Офигенно у нас лайн. У нас только много саппортов, что я просто сбился с счета. То есть это 0. Ну, это нормальная история. На, мразь! Как тебе фарм? Как тебе мой фармец? На! Я купил тапок, потому что я пойду через... Да пошла отсюда, псина. Я пойду через фаст травела. На, пес! Так, омник. Омник, омник, нуга. Омник, нуга. Опа. Ты чё, псину? На, пёс! Неприятно, да? На, пёс. Так. Ладно, я не буду озвучивать удары. Ну так вот, почему я решил сделать калибровку, да? Ну просто хотел смотреть, сколько мне дадут рейтинга соло. Тем более вы видите, что врагов подбирают абсолютно разных. Еще не забывайте, что очень много врагов, которые второй раз создают аккаунт. То есть... Например, начиная с нуля, вы не увидите здесь игроков, которые собирают по два тапка. То есть люди, которые играют первый раз в доту, вы их никогда здесь не увидите. Никогда, я еще ни разу не видел. А вы увидите нормальных людей, которые там покупают такие итемы полезные. Пошла отсюда псина. Ну тяжко, конечно. Еще главное меня бьет, смотри, только меня. Только меня, только меня. Пес. Да, да, да. Сейчас буду еще. Давай побегаем, давай, да, побегаем, да, да. Нам будет тяжко, конечно, с этим говном. Ой, как тяжко.
Во, купил варды, братюня. Ну, он-то, видите, это вайпер может пойти и саппорта через меку. То есть саппортить, саппортить. На, пес. Ладно, все, я уже не буду, я привык озвучивать. Это как в драках в этих сраных. Раньше в фильмах озвучивали, я тоже привык к этому. Все, все, я молчу. Так вот, сейчас опять у меня прямо на глазах это, меняется дота, да, именно требования. Смотрите, когда вы делаете новый аккаунт, вы не можете. Кстати, меня почему-то даже обучение не просил пройти, прикиньте, а раньше было обучение обязательно, сейчас не просил. Я просто вначале выбрал, что я уже играл в доту и все. На, ой, ой. Короче, смотрите, и там, да, вы не можете теперь сразу пойти играть в рейтинговые игры. Не можете. Вам сначала нужно играть простые игры, ну, в обычном режиме, без рейтинга. Это мы сейчас и будем делать. И, короче, вот до этого, до вчерашнего дня... Вообще, до этого требовалось 10 игр. 10 игр надо было поиграть, вам выдавали соло рейтинг, это была калибровка. Потом сделали 40 игр. Это знают люди, которые занимаются калибровкой. Зачем ты варды купил, даун? Просто так? И что вы думаете? Сейчас, куча обновлений скачал, захожу, теперь требуется просто 13 левел. Все. То есть уже не требуется количество игр вообще. Раньше он писал, типа, вам осталось там 40 игр, вам осталось 20 игр. Теперь он просто пишет, что нужно 13 левел. Ну, дота, видите, постоянно тоже меняют требования. Ну, давай, братюня, давай, покажи мастер-класс по фарму. Добьем крипа, добьем, добивание, добивка. Ой-ой-ой, на, красавчик, все. Появились у нас фризули, само собой, покупаем мы фризы. Это без варианта был. Дай пройти мне, дай. Давай, братюнин. Ну все, видели, купили только варды. Все, сразу зашкерился. Опа, все отлично. Я уже, по-моему, делал на него гайд, да, на этого героя. Там через третий скилл, но я сейчас, наверное, не буду третий скилл качать. Может, я качну. Я буду играть на расслабоне, не хочется заморачиваться, расчеты эти все делать. Ох, неприятная ты, тварь, неприятная. Опа. Угу. Наглое чему, наглое. Опа. Опа, 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 опа. Обоссали мы бича. Возьмем. Так вот, сейчас, конечно, надо будет мне сыграть, тогда получается набрать 13 левел, у меня 4-й, я не знаю, сколько я буду набирать. Потом, мне кажется, когда я наберу 13 левел, там откроются рейтинговые игры. И нужно будет еще 10 игр сыграть, чтобы тебе выдали там рейтинг определенный. Многие, короче, вот калибровку эту обузили с помощью там Зевса. Именно Зевса. Вы можете спросить, почему Зевса? А? Султан Доты, расскажи нам об этом, расскажи, покажи там все, обоснуй там, а... Потому что при калибровке, да, были самые главные два фактора. Первый это КДА, там, kills, дэйч, ассасин, ну, короче говоря, убийство, смерти и помощь. Kill, дэйч, ассасисты. Это был первый показатель. То есть, чем больше, это все суммируется и там, и, по-моему, делится. То есть, чем больше число, тем лучше. Поэтому брали Зевса, да, у него массовая ульта, которая бьет по всем врагам. Это во-первых. Во-вторых, второй показатель был это hero damage, то есть дамаг по вражеским героям. Пошла отсюда, мразь. Пошла отсюда, псина. Битва началась. Купил такой варды, о! Давай, говно, ставь. Ну ставь вард даун. Ну ладно, не хочешь мне посрать. И поэтому брали, короче, Зевса, да, из этого показателя Hero Damage, потому что он очень много наносил урона по всем врагам. Очень много. Во. То есть по всей карте. И поэтому просто пикали Зевса, да. Потом всю игру, короче, нажимали на ульту и все. И таким образом набивали лучший показатель. То есть когда ты делал все как надо, да, то есть у тебя был хороший КДА. Притом, когда там было не важно, сколько вы убили, там было важно именно сколько у вас было, в общем, число.
прикинь, какой наглый тварь. Было просто важно общее число лови говно. Например, у вас могло быть там 0 убийств, там 2 смерти и 20 помощи. Это было то же самое практически. То есть это было очень важно. Потихонечку мы фармим. Фарм, в принципе, хорошо идет, чем я собрать надо лотары и все. Пу! И при этом, смотрите, победа даже была не обязательна. То есть вы могли сыграть за Зевса там, набить хороший КДА, там, 20 помощи оказать и так далее. Достать я хотел у тебя даун. И при этом проиграть что? Как он еще и сдох, дебил? Все, у меня жопа, мне жопа. Да, да. Ну кто сомневался? Этот брудмузер, да, боссаная. Нулевка санная. У нее есть скилл хороший, да, я помню. Да посрать на нее. Опять сломали вард. Посрать, нам сейчас получишь 6 левел и все. Все равно мы почти ничего не потеряли. И говорю, если вы правильно все делаете при калибровке, то есть максимальные показатели набираете, у вас могло бы быть до 5000 ММР, вы прикиньте, да? До 5000 ММР. И чё? И чё дальше? О, есть 6 левел, отлично. Теперь можно просто кораблики пускать. Сколько нам нужно? 270, блин, не хватит ни на что. Сейчас эта бичиха будет наглеть, ну пускай наглеет, пускай. Потом мы будем ее просто с прокаста забирать, так сказать. Она даже об этом и не знает, наверное. Ладно, все, хватит уже про калибровку, сейчас мы будем играть за нашего кунку. Интересный герой, да, я делал на него веспой, я помню, я еще рассказывал про третий скилл и так далее. На, говно, о, какая ты мразь вкусная. Надо вот у него корабль пустить, даже не важно там, убьем, не убьем, просто чтобы пофармить. Там столько у него крипов. Тварь тупая, еще фарм забирает мой. Так, где это дерьмо? Где ты, мразь? Вот она, бичиха. О, так, давай еще крипов. Все, Рики красавчик, молодец, типичный Рики. Тупикал, тупикал Рики. Опа. Мразь крысиная. Ну я согласен. Обоссанка. Так, ну чё, мы в принципе хорошо фармим. Даже как-то хорошо. Опа, пошла отсюда псина. Да, да. Ну вот вы видите, да? Что брудмазер нулевая. У них просто скиллы великолепны. С этими тараканчиками пол хп уже спокойно снесет. Да понятно, что ты вин тут, у тебя же Рики. Чему тупое? Смотри, что он творит. Пошла отсюда, мразь. Такая конченая. Такая конченая. Вообще обнаглевшая. И Рики, кстати, уже третий раз приходит и вообще ничего не сделал. Ничего за это время не сделал. Зачем он приходит? Хрен его знает. Давайте я пущу корабль и все, и свалю. А, он пришел пофармить. Ну понятно, ладно. Кусок говна бесполезного. Бесполезный герой вообще. Я хочу пустить кораблик 270. Давайте приготовимся, сделаем прокаст. Мы уже левел получили. Если все грамотно сделать, то мы еще и денег заработаем дофигища. Давай, братиша, давай. Ладно, слушай, я предлагаю просто кинуть корабль, потому что, ну, мы не дождемся, когда это дерьмо подойдет. Я не знаю, зачем Рики пришел, я вообще не понимаю. Это какой-то ганг такой новый. Давай, братиша, давай. Бууу! Yeah! Hello, baby! Ой. Ой, потекло, блин. Ладно, бывает. Вы видели, как все продумано. Просто идеально! Самый идеальный корабль, да, когда просто он носом прям пукс! И все, и убивает врага. Вам даже бить не надо практически. Все, обоссали мы бомжа. Тра-та-та, тра-та-та. Опа, выстрел, выстрел, выстрел. Все, боже, что-то магии даже у него нету. Поэтому еще покупаем мы амулет. Амулет, скажи мне, амулет! Имба. Какая-то имба, это днище обоссанное. Неприятный герой, согласен. Тем более, когда у него левел с первого... Ой, когда у него инвиз первого уровня. Давай, братюня, давай, опа!
Я человек-невидимка. Я невидим. Я видим. Я невидим. Я видим. Нет, он меня видел. Но мне нравится, как он гангает. Кстати, он профессионально гангает. Он подходит, бьет крипов. Ганген, в принципе, хороший. О, я пойду сейчас сюда. Сюда. Не, у нас хороший вообще. Я даже не старался фармить, да уже пол... пол аватара собрано. Ну давай, говно. А если я сейчас приду к тебе, по щам тебе дам. Давай, параша. Ах ты, мразь, а. Так, где ты, тварь? Да подожди, не пугайте вы его! На! Ну то пофармил, ладно. Да, он конченый. Ну вы видели, просто ДЦПшника боссаны. Конченый ДЦПшник. Пускай фармит. Давай, фри фарми. У нас в тиме ДЦП, который пугает его, бегает. Ну, конченое говно. Что сказать? Кусок говна. Пойдемте лучше где-нибудь поиграем. Пускай он там подыхает. Немощь обоссанный. Неужели таким... Ну, как может быть таким дауном? Ты же видишь, что стоит кунка, хочешь кинуть корабль. Нет, ты что-то... Ты бегаешь туда, обратно. Туда, обратно. Туда, обратно. Ну, я говорю, это ДЦП. Аутист. Обычный аутист. Таких аутистов, я говорю, лечить надо. Все очень просто. Сдохни, сдохни. Сдохни, аутист, сдохни. Нехрен было выеживаться. О, как здесь все запущено. Пу! Полетело говно по трубам. Нормалек, видали, забрали бомжа. Опа! Каждый мой торрент просто идеален. Не считая, когда внизу там чмо одно пугает врага. 270 маны надо. Ну, 270, наверное, будет долго копить, конечно, ну ладно. Нам нужен аватар и фармить, давайте пофармим. А то что-то я даже не думаю про фарм вообще. Опа. Опа. Скоро эти ублюдки прибегут, надо быстрее убивать. Опа. Так, 240 уже. Кстати, у него хороший реген маны, смотрите, плюс один. Хороший. Дезолятор на Рике. Хороший. Ну, неплохой вариант, конечно. Ну, неплохой, неплохой. Давай, братюня! Пу! За кунг, конечно, удобно фармить благодаря второму скиллу его. А потом, особенно, когда у нас уже будут итемы, то фарм просто будет лететь. Лететь. 1200. Ну давайте тогда уже, наверное, нафармим, да и все, не будем голову ломать, да? Конечно. Поставим перед собой цель. Нафармить лотар. Всегда нужно ставить цели и идти к ним. Опа, давай. Опс, опс и опс. Нормально, все отлично. Аватар вообще шикарный итем, я обожаю аватар. В первую очередь, потому что он позволяет вам наглеть и понимать, что вы можете уйти там в инвиз. Ну и во вторую очередь бить из аватара. Напомню, что когда вы бьете из аватара, да, у вас срабатывает второй скилл. И бонусная атака от аватара, там плюс 150. Поэтому, то есть, это выгодно. Это, опять же, взаимодействие с нашим вторым скиллом. А итемы самые правильные, которые взаимодействуют. Взаимодействуют с способность... Способну... Которые взаимодействуют с способностями нашего героя! О, я бы его убил. Я бы убил с прокаста. Если получится попасть. Давай, братюня. Но... Я бы сам убил говна кусок, странный стилер, никчемный. Поэтому не надо было вам помогать, реально, не надо было. Ой, и все, смотрите, маны ноль. Маны ноль, маны ноль. Поэтому я думаю, значит, что соберем барабаны. Вот самый лучший итем. Когда у вас не хватает маны и когда у вас мало хп. Ну, хп у нас более-менее, но маны у нас вообще нету. Нифига он наглый. Е-е-е! Красавчик, Вася, красавчик. Давайте купим это говно. Опа, минусанули. Так, так. Минус один, минус два, минус три. Так, ты, парашница, где-то здесь будешь, да, сейчас? Нет, ушла.
Эх, Рики-Рики, ты такая обосанка. Как то Оксанка. Все, давайте вызовем Куропатку. Да срать я хотел на тебя, даун. ДЦП обоссанный. Давай, кинь мне ножичек, кинь мне ножичек, кинь мне ножичек. О, да. О, да. Пошла отсюда, чмо. Кинь мне ножичек, давай, детка. Так, что, у меня сейчас манка будет? Если я попал бы сейчас в него этим говном, я бы убил его. Или кораблем. Или кораблем. Сколько нужно? 75. Сделали бы еще лотар бесплатный. Ну, я имею в виду по мане. Блин, далеко. Они меня спалят, конечно, что я кидаю корабль. Опа, опа. Вот и все. Изи-бризи, короче. Изи-бризи. Ну, я ему помог, вы видели. Я помог ему. То есть я держал его очки, чтобы он смог его убить. Нужно убивать этого, брудмузер. О, мне. Давай, братюня, мне, пожалуйста, братюня. Валет. А, валет. Обоссанец. Надо идти, да, брудмузер убивать. Брудмузер. Давай, братиша. Я говорю, я могу с прокаста его просто порвать ему жопу. На 3 британских флага. В секунду. Давай, бежим, бежим. Самое главное, чтобы этот ДЦПшник не пугал. Так, давай, давай, далеко. Нет, он видит меня, что ли, да? Да, он видел меня. Он меня видел. Видите, почему я не качаю третий скилл? Потому что в этой игре он, в принципе, не нужен. То есть здесь не будет врагов, которые нужно сбивать монокос. Ну, я имею в виду кастование типа Пуджи и так далее. Чмошница засела. Ну ладно, мы так будем бесконечно сидеть, а он видел меня, да. Видите, но у меня 4500 ММР. Да, а у меня 0 ММР. Мне его даже и не дали. У меня 4700. Нифига, вы видите, да? Я не знаю, что за баланс. Шмара, а. Вот эта басанка, видите, мне тяжело ее убить, потому что он щимится постоянно. Ну, будем так убивать. Да, забей. Твой просвет здесь вообще мало чем поможет. Мало чем. Пу! Он даже, видите, он даже инвизным это, из инвиза не выводит. Вообще бред. Ну это брудмузер. Я, кто помнит, когда добавили только брудмузер, что она могла там быть инвизная там. Я не помню, что баг был такой, это вообще была жопа. Ее вообще было невозможно убить. А, когда добавили, чтобы она проходила сквозь деревья. Ну я сейчас не смогу. О, давай, отлично, отлично, братюня. А дальше что? Дальше я не могу даже ударить никого. Не-не, не вариант. Не вариант. Ладно, срать на этого дауна. Давай, братюня, давай. Ну и чё? О, вот это я понимаю. Сдохни, чмо, обоссанка, прыщ, говно. Не, сдохни, по-моему, по-другому пишется, да? Через S, ну ладно. Все отлично. Что они спорят? Чё спорить-то? Ну что спорить? Кто спорит, тот говна не стоит, я читал в книгах. Не, хотя я сам это придумал, ну ладно. Сейчас давайте купим одну колбу. Что у нас там по стати? 1-1-3. Нормальная стата, в принципе. Нормальная. У нас уже появился лотарчик. Ну, пойдемте, наверное, убивать. Да, пора убивать. Пора делать великолепные просто корабли. Кунка, корабль. Кунка. Корабли, корабли. Вардов у нас нету. Дикари. Врагов я не вижу. Ой, ой, ой. О, у них. А, я думал, это у них минер. Это у нас минер. Давай, говно.
Нет, нет. На, чмо. Ну, почти. Нахрен пошла. Прыгни давай, обосанка. Видите, в чем сложность, да? То, что они видели мой корабль. Это логично. Они его видели. У-ху! Давай, братюня, уходим, уходим. Они видели. Видели. Надо было попробовать тогда отсюда кидать корабль. Мой косяк. Ну, я бы мог кинуть отсюда, да. Но проблема в том, что я бы просто полчаса бежал, понимаете? Я просто бы полчаса бежал. Бежал полчаса. То есть я бы не успел сделать нормальный прокаст. Корабли лучше всего делать за деревьями, да? А здесь, видите, вот плохая была... Плохая была местность. Поэтому такая вот попка вышла. Опять копим. 320 уже, да. Дорого, дорого стоит. 320. Он играет Брудмазер. Одну вышку она 50 минут ломает. 50 минут одну вышку самую. Вот это слабый Брудмазер. Вообще-то герой довольно сильный. Часто бывали такие ситуации, когда мы вдвоем даже стояли против Брудмазера, и она двоих нас выносила. То есть не давала нам жизни спокойно своими это, паучками и так далее. Пожалуйста. Давай, детка. Опа, минусанули. Ну вот, видите, да? Из-за деревьев. Полетел. А само собой, когда бы я подбежал, уже с Лотара ударил, да, там вообще бы такой дамаг был бы хороший, хороший, по жопе. Да, говно. Ладно, пойдемте. Так, у нас 900 голды и огромная проблема с маной, поэтому мы сейчас пойдем забираться в БФ. Че голову ломать, правильно? Правильно. О, видите? Пойдем в БФшку, будем собираться через ману. Через ману. Чтобы не страдать. Зачем жить? Зачем жить? Зачем страдать? Если бы фэшку можно собрать. Ох, поэт я по жизни. Априори. На, мразь. На априори. Ой. Ай. Так, у меня ничего нету. У меня не хватает маны ни на что. Не хватает маны ни на что. Опять же, видите, если сейчас буду кидать корабль отсюда, то они, конечно, увидят это. Что я кастую кораблик. Плывут кораблики. По щам тебе говно, а? Неприятно, да? Неприятно, он сказал мне. А, он лотар собирает, видите? Это называется фаст лотар. 40-я минута. А чмо. Надо проверить, чтобы ни у кого не было пыли. У меня, в принципе, может хватить на прокаст, но мне не хватит опять на лотар. Давай, братюня. На! Е-е-е-е-е. Да хватит меня бить уже, дура тупая. На. Опа, а я инвиз, все, не видно. Кстати, плохо, что у нас еще рики есть инвизные, да? Они могут... Братюня, ну я не хочу подыхать. Братиша, я покушать принес, братиша. Смотри, заюзаем барабан, я хочу быстро бегать, как чемпион по жизни. Вот, отлично. Все, продолжаем собирать наш БФшку. Вы видите, что каждый корабль можно просто в мувик. Так, а Брудмузер опять обоссали. Ну, бесполезная тварь. 3-5. Валет 3-0. Ух ты, 3-0 стали, смотрите, ее ни разу еще не убили. Вальта, реально? А, это, наверное, который валет, который комментирует на Старладере. Валет, да? Точно, да. Я помню, валет был на Старладере. Все, давайте отрегенимся. Ну что ж, у нас, в принципе, игра хорошо идет, у нас уже все готово для победы, да, итемы есть. Этих итемов, в принципе, нам уже достаточно. Атака хорошая, 100-800 тысяч в секунду. Нужно сносить лайны, да, пойдем снесем это говно. Пойдем, почему лайн до сих пор цел? Я не поняло. О, а вот это уже... Давай, братюня, ускорение, ускорение, 3G. 3G модем. Инвиз. Давай, братюня, инвиз. Так... Псина. Давай, братиша, давай, поехали. А, нечестно, твари. Нормально, видали, по всем прошло. Ну давай, чмо, давай, братюня. На, пес.
Иди сюда! Ой, я впал в ярость на секунду. Нормально, далеки идеальные корабли. Идеальные. Жалко, что опять не смог с аватара бежать, потому что у меня был КД. Бежал бы с аватара, я бы убил бы минимум троих. Просто троих, там оставалось каждому по тычке. Но, ладно, не важно. Самое главное, что мы просто разменялись в ноль. На, говно. Так, потихонечку собираем 1400. Пошли, братюня. Все, вот мы собрали итем, который нам самый полезный был. Так, там эта бомжиха. Можно ее встретить. А да... Ну, я потеряю ее из вида, это проблема. Я не смогу ее ударить с аватара. Хотя у нее мало хп. Попробуем что-нибудь придумать. Давай, используй барабаны, чтобы мне быстрее добежать. Давай, братюня, давай, давай. Ну, немножко остается, блин, а. Тварь. Ну, давай. О! Во! Ну, вот и все. Ну, че? Ты че проблема-то, а? Я надеялся, конечно, надеялся, что он вылезет. Он вылез. Ну, мы еще и ульту прокачали. Нам осталось собрать немножко голды. Опа, немножко. Давайте соберем голды, и все, и профит. И на ТП-шку одну. Опа. Опа. Все, отлично. Пойдемте домой. Фух, все, купили мы то, что нам нужно. Так, что происходит? Что происходит? Что происходит? Давайте тоже помигаем. Все мигают, мы тоже будем мигать. Что происходит? О, не, морф это зря затеял, зря. А морф-то без ТП. То есть он собрался, пошел наверх и не купил ТП. Обоссанец. Ладно, бежим, у нас появился БФ. А дальше можно какие-нибудь криты собирать, гол не ломать. Да, пойдем криты, уже купим 3 ТП. И все, пойдем теперь, вот теперь можем поубивать. Ой, поубивать. Тем более мы еще ульту прокачали. Давайте, кто-нибудь там вылазите. Но у меня нету сейчас аватар, да, КД. Ну и со мной я готов кого-нибудь принять. Давайте хотя бы это убьем, говно. И супер удар. На-на! Ну, а? Внушает, да, страх сразу же? Хочется усраться просто при виде такого дамага. Так, сколько здесь? Одна бочка? Нет, здесь 44 бочки получается. Крест. Да, мы будем в этой игре без креста играть. Я уже объяснил, почему. Нет. Нет. Был бы какой-нибудь замес, там что пятеро. Как до этого, помните, был все замес хороший? Еще раз сделайте такой замес. Еще раз сделайте мне такой замес. Я хотел бы сделать прокаст и просто обоссать. Просто обоссать. Давайте, ну, 5 на 5, стенка на стенку. Че мне мигает? О-о-о-о. Так. Подожди, где-то здесь эта тварь бегает. Ну да, он варды поставил. О! Крипов пофармил. О! Ах вы затейники! Вы видали, какой у меня фрифарм, а? Рики пошел куда-то отдался, не знаю, что он делает, зачем? В чем логика? Давайте кого-нибудь. Сейчас буду писать, что Тима Раки. Знаете, угадаю. А, не, смотрите, вот норма говорит. Опа, опа. Втроем еле убили. Ладно, мы отвлекаемся, да, собираем мы сейчас криты. Мне бы убить это говно, давайте попробуем тогда отсюда вон как-нибудь. Нет, долго будет вставать. На, говно. Все, пофармили. Весь наш фарм. Весь наш фарм. Ладно, пока там, короче, парни думают. Не знаю, что они там фармят. Уже, наверное, по рапире нафармили. Рапира. Мы тоже пофармим пока. Все, так, давайте, 9 секунд. Во, моя еда вкусненькая. Ну, я хочу тебя скушать. Так. Ну, фарми.
Ох ты чмо! Ну-ка, ты здесь бежишь, да? Да, я знаю, что он здесь бежит. Ну, это стандартная ситуация. Я это тоже, кстати, в гайде говорил. У меня видеогайд, посмотрите. Я говорил о том, что когда враги вас убегают, вы можете бить по крипам. Да, он тупой, но он мне бесит. Чмо обоссанное. ДЦП сана, играет за Рики, еще какие-то советы дает. О, туда бей, туда, о. Я просто фрифармлю, не мешайте мне, парни. У меня своя игра, я иду фармлю. Давай, параша. Давай. Нифига у него прыжков, нифига. Чё? Я ничего не понял, что это было. Что? А как он прыгнул 3 раза подряд? Я вообще ничего не понял. Я за Рики, кстати, вообще не играю. Никогда не играю за Рики. Слушай, я говорю, это легкий герой. И мне за него играть просто стыдно. Ну я не понял, как он 3 раза прыгнул. У него же КД там 20 секунд. Все, у него несколько зарядов. Все понятно, как у этого. Эмбер Спирита, да тоже ульта. То есть он несколько зарядов он тратит. На говно. Половина хп нету. Что это было? А, понятно. О, где-то омник, что ли? Нет, 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 ушли все. Все ушли. Зря, чувак, зря ты полез. Ну, пойдем тогда убьем это говно. Имба, имба! Так, давайте мы тогда вызовем нашу куропатку. Мне нужны критули. На! Обычный. Изи, Винсо, изи. Кстати, а Легион-то тоже сильный герой. Кто смотрел мой летсплей, я не знаю, о чем я говорю. Купили бы просто вонючий гем. О, о, о. На, на. Я хочу руну, дайте мне скорость, скорость, скорость. Так, я надеюсь, меня сейчас здесь не обоссут. Тихо, тихо. Это опасно, опасно, я не хочу отдаваться просто так. Криты на Рики. Так, ну давайте что-нибудь придумаем. Сейчас какое-то затишье, это плохо, 35-я минута. Надо уже сносить или чё? Но у нас, в принципе, сильные герои. Морф уже нормальный, ит ему у него. Лесопад, лесопад! Пойдемте пробежимся по лесу. О! Это, вот это мне нравится, вот это мне нравится. Хоть бы она была одна, пожалуйста. Мне 40 человек не надо, мне. Так, нет, еще ждем. И все, и уходит. Ах ты, тварь, прикиньте. О! Чмо обоссанное, а? Ну чмо! Вы видели, да? Увидел метарь. А, там, по-моему, у этого рака. У этого рака, по-моему, это... Лотар, скорее всего, ломника. Потому что он до этого бегал в инвизе. Вы видели? Я соло убил бы эту дуру кривую. Ну так вот, знаешь, мы очень хорошо раскачались. Легион Командер, вы видели, я когда снимал летсплей, герой реально очень сильный. Там такой дамаг. Почему она Бэтмейл не собрала, я не знаю. Или я просто не заметил. Ну я, ее кунка соло убивает, она просто нулевая. Нулевая. Я вообще сначала подумал, что это иллюзия. Убили, там какие куски отрывал. Тварь тупая. Ну ладно, убили нас. К сожалению. Ну потому что, видите, там из-за того, что Рики там бегает, они уже, наверное, там весь лес завардили. Чмыри обоссанные. У Омника реально почему-то он постоянно в инвизе бегает. Наверное, у него аватар. Не, я говорю, она кидает на меня дуэль, я такой бью, такое ощущение, что это иллюзия. Такие куски отрывает. И потом набежали такие, о-о-о, давайте 5 на 1, мы ДЦПшники, да. Ублюдище. Ладно, дубль 2. С
снайпера просто я много раз уже обосикал, так сказать. Ну-ка, супер удар. Найт! Ну у них реально, у них уже из-за Рики весь лес, не знаю, заминирован уже. То есть везде ворды стоят, они уже просто ссутся. Я даже не могу спокойно ходить, видали? Они как-то прыгнули, стоя здесь! Меня спалили! Не знаю я. Так, там у них есть. Ну пойдете уже, наверное. Чем мы тянем резину? Давно бы уже снесли. Давай, давай, иди. Или мор фармит, или я. Два удара, нету крипов. Эх ты, учись, сынок. Во, смотрите, видите? В инвизе бегает чмо. В инвизе. Я об этом и говорил. Это Дан Лотар собрал, ДЦП. ДЦП собрало Лотар. Ну что, будет драка у нас? Давай, братюня. Фу! Минус 2, давай минус 3, на чмо. Ну как вам, а? Ну чё, пёс, иди сюда, псина. На, говно. Вот и все, минус аннули. Давай. Опа, двоих, троих, пятерых, изи-бризи. Вот так. Вот Кунка, видели, как зарешал за месяц, да? То, что я подкинул Омника на торренте. Омник ни одного скилла не заюзал, ни одного. Ни ульты, вообще ничего не заюзал. Ну, у них бомбит пукан, у них бомбит пукан. Бомбит пукан. Попка горит! Так, у нас, короче, 3000 голды, давайте до конца соберем уже дизолятор, чтобы критули почаще выходили и были хорошие, такие вкусненькие, сладкие криты. На! Вы видали, да? А? А? Один удар. Let's go. Опять же, я говорю, что качаться через крест хороший вариант. Я делал об этом гайд. Нет слотов, в жопу себя засунило. Я делал гайд и показывал это. Но здесь мы не используем третий скилл. Потому что я играю на расслабоне, во-первых. Во-вторых, он здесь, в принципе, не нужен практически. Так. Все, собрал это, что нужно. Ух ты, мне еще какое-то сало повесили. Вы о чем вообще говорите, мудаки? Эй, мрази. Мрази. На. Нет, все не на. Ладно, сейчас заканчиваем игру. Опа, удар. И паузу ставим, паузу. Так, это тактическая пауза. Все. Кунка в свое время тоже был моим любимым героем в Доте 1. Там еще, помню, пацан был знаменитый. Я не помню, как его зовут. Но он был американцем, по-моему, очень популярен. И он был популярен тем, что он играл очень много за Кунку, да? То есть, когда говорили герой Кунка, всегда вспоминали его, этого пацана. Он там делал опять хорошие корабли, там все, красота была. В то время я играл за него. А потом просто начал за других героев. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Я вам показал полностью весь потенциал этого героя. Интересный герой, реально интересный. В первую очередь, он очень хорош в замесах, да? То есть, когда хороший замес, ты кидаешь там торрент, корабль и все, и ГГВП. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, всем пока.